Николай Меркушкин объявил о создании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. Задача – оценивать перспективы инвестпроектов, снижать административные барьеры, оказывать господдержку. В состав войдут 10 областных министров, а также представители федеральных ведомств, администрации Самары, Тольятти, Волжского и Кинельского районов и предприниматели. Также глава региона постановил создать Совет по вопросам стратегического развития Самарской области. Он призван обеспечивать совместную работу органов госвласти с муниципалитетами, общественными объединениями, ведущими предприятиями, научными организациями. Возглавит совет губернатор.